Ребят, всем привет, как дела? Что делаете? Мы, в общем, в Кнарвике, в Норвегии. Стоим вот под мостом на выгрузке доломита. Ни разу здесь не был. Но именно под мостом уже второй раз имею опыт разгружаться. Этот хупер у нас в аренду взят судовладельцем, в него выгружаем, соответственно, завтра утром продолжит. О чем сегодня хотел поговорить с вами? Ну что, еще две погрузки и все, и домой. Я надеюсь, числа 27 буду уже на месте. К сожалению, в Архангельске я буду пару дней только, уеду в область. Сейчас, короче, какие нюансы. В норвежской компании, в общем, комиссию медицинскую проходить только в Санкт-Петербурге. То есть мне нужно будет ехать в Питер обязательно, делать комиссию, подтверждение именно там врача, который имеет лицензию в норвежском этом направлении, так скажем, да, чтобы поставила печать, заключение сделала, и комиссия у меня будет опять на 2 года продлеваться. В этом, кстати, плюс. 2 года это лучше, чем один. Вот. Уже 2 года, честно говоря, очень долго. Я даже забыл, когда комиссию проходила, вообще, в каком месяце. Вот. Такие новости. Что еще? У нас народ продлевается, точнее, продлевают их, филиппинцев, еще дальше. То есть у нас повар уже сидит 7 месяцев. Он хотел уезжать в начале сентября. Этот AB сидит уже 8 месяцев. То есть у него сейчас уже в конце августа будет 9. В итоге продлевает до сентября. Сейчас я вам покажу. Я не придумываю ничего. Вот видим, да? Добрый день. Request, просьба Оля Манлата, контракт extension. Он попросил. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, примите прикрепленные апдейты, контракты для экипажа. Вот, у нас, значит, AB, Chief Engineer. Его, кстати, обещали менять в середине этого месяца, но, походу, все поменялось. Ойлер, соответственно, и повар. В чем прикол-то, да? У них, короче, сейчас проблема там, в общем, на Филиппинах. Туда они улететь могут за дешево, да, относительно дешево, все равно немножко там на 300, может даже 500 долларов дороже, чем обычно. А обратно там вообще космические цены там в 2 раза дороже, поэтому судовладельцу невыгодно. Не знаю, чем это все закончится в ближайшее время, потому что если они будут держать народ, там уже к году будет приближаться, да, то это вообще же скач. Я думаю, что они начнут уже звонить в ITF. Просто поимеют компанию, и она обязана будет им выплатить еще вдвойне. Потому что в любом случае контракты, которые они изначально подписывают, у них же срок был там 6-7 месяцев, да, то есть они переработали. Потом им все продлевают, ну, ITF в любом случае докажет правоту, да. И вот и все. Не знаю, я как бы говорил, допустим, капитану, что может быть, подсказал бы судовладельцу, да, я, в принципе, готов, чтобы украинцев, русских сюда бы начинали, хотя бы временно, пускай, если вы не хотите брать их, то хотя бы временно, вот именно на вот этот период. Не знаю, тишина, молчат. Я бы их всех вообще убрал так-то, и русских бы взял, украинцев. Или вообще разделил бы экипажи, вот русские с русскими, украинцы с украинцами, филиппинцы с филиппинцами. Не было бы никаких проблем. Сидели бы они там по полтора, по 2 года. Потому что как бы, когда люди долго работают, они в любом случае устают. Значит, какие бы они спокойные не были, в любом случае они становятся уже нервными. Кто-то неадекватный, да, спорит уже между собой. Поэтому в этом есть очень много минусов. Это, не знаю. Ситуация, короче, не разрешается. Пока что. В общем, такие, ребят, новости. А я составляю, в общем, заявку
еще, да, на этот. Вот есть такой каталог IMPA. По нему выбираем, да, каждого месяца мы заказываем то, что необходимо. Вот такие дела. Ну все, такое короткое видео. Всем пока.